известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться выходу в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех зрителей нашего телевизионного канала NEVS TV. В эфире 22-я передача, и я ее ведущий Всеслав Соло. Сегодня мы пообщаемся с вами на удивительно непростую, я бы даже сказал, в какой-то мере уникальную тему, которая может называться коротко «Жизнь один к четырем». Жизнь один к четырем. Человечество издревле, как только начало себя понимать, маломальски, уже стремилось жить дольше. Выделялись отдельные слои общества социальные, которые именовались богатыми, жрецами там, и так далее, да, которые были освобождены от повинности физического труда и занимались умственным развитием. Они развивали чувства, отношения, философские мировоззрения, там, ну и так далее, и тому подобное. Это, я думаю, со школьной скамьи, со студенческих скамей, как говорится, тоже мы все хоть как-то, но знали и прикасались ко всему этому материалу. Но здесь интересно очень вот что рассмотреть. Что да, человечество издревле, будем говорить так, стремилось к бессмертию, да, к философскому камню, к каким-то магическим, невероятным вещам, к открытиям, чтобы жить всегда. Но никогда, вот пока, по крайней мере, до сего дня не получалось у людей жить всегда и вечно. Жизнь у людей, к сожалению, до сих пор конечна, но надо рассмотреть, почему для начала, чтобы начать ее окончание хотя бы продлевать. Дело в том, что самая главная ошибка всего человечества, всех ученых, эзотериков, колдунов, магов, просто бродяг, ну, кого угодно, кто только пытался этим заниматься, алхимиков там и так далее. А ошибка была самая главная, она заключалась в том, что люди занимались следствием, а не причиной. Они изучали, постоянно изучали следствие, то есть физическое тело. Они думали, что вот сейчас он выпьет какой-то эликсир или намажет себя какими-то кремами или кремами, да, и он будет уже жить дольше, а может и всегда, да. Вот он думает, что вот он, если будет спать на такой-то кровати, определенная, подушку которой будет набита какая-то определенная трава, скажем, да, высушенная где-то особым образом, и тогда этот человек вдруг будет, да, жить дольше. Ну, понимаете, или вечно. Ну, понимаете, то есть все стремления человечества продлевать жизнь оказывались только в рамках следствия, в рамках нашего физического тела. В основном так. Это первейшая была ошибка. Но, конечно же, были и другие подходы. Ну, такие как там йога, скажем, там восточные какие-то философские школы, мировоззренческие представления, что мы будем жить дольше, потому что мы вот развиваем сознание там и так далее и тому подобное. И тоже им не удавалось жить так, как они хотели. Но, может быть, кому-то чуть-чуть позволяла судьба продлевать как-то свою жизнь, но не больше того, понимаете? То есть удивительная получается структура в человеческом развитии в этом вопросе появилась. В основном тело или развиваем сознание, то есть мы вот особые, мы папарацци такие вот, которые там собирают материал и доносят до избранных, да, или даже для, доносят до всех, но не то доносят, не то собирают, понимаете. Вся проблема заключается совсем в другом, совсем в другом. И я сейчас постараюсь вам кое-что пояснить.
Я вам скажу вот что. Жизнь вообще-то интересна своей, конечно же, продолжительностью. Потому что если живет человек коротко, ну, представьте себе, ну, вот коротко, да, ну, что такое 70-80 лет? Это мелочи, потому что, как говорят в анекдоте, да, ошибки бывают первые 50 лет, потом они постепенно исчезают. То есть человек до 50 лет, он еще мальчик или девочка, то есть он еще вообще неопытный, ничего не знает и не понимает толком жизни, понимаете? И очень обидно, когда до 50 человек доживает, казалось бы, вот сейчас вот самое, только вот он возраст какой-то, сок получил в жизни, мудрость, там, опыт и так далее, самое вот развиваться и жить дальше, а он начинает деградировать, мозг усыхает, мышцы усыхают, кости размываются, и он умирает. Понимаете, какая штука? То есть такое впечатление, что наша программа, то есть программа человеческого тела, включена до какого-то определенного максимума, как только набирается он, и тут же все выключается. Самый, вот, как казалось бы, пик, рассвет, а человеку пора умирать. То есть это, конечно, не только несправедливость дикая, но и, в общем-то, бессмысленность человеческого существования таким образом. То есть я считаю, что если у человека нет бессмертия, у человечества нет бессмертия, то жизнь человечества и человека как индивидуума, да, отдельно взятого какого-то, любого из нас, любого человека на планете, тоже она бессмысленна. Почему? А потому что некому вспомнить. Человек умер, и все. Ни с чем сравнить. Раз не с чем сравнить, да жил ты хорошо или плохо, был ты богатым или нищим, какая разница? Черви сидят одинаково. И даже никакого различия не почувствуют совершенно, понимаете? Им до фонаря кого жрать, извините за такие грубые слова. Вот. И в каком гробу лежит человек в могиле? До фонаря и земле, и червям, и всему остальному, понимаете, в этом мире. Значит, получается, когда человек живет, и он живет долго, ну, как минимум долго, то он уже может что-то сравнивать, и ему интересно жить, потому что жизнь прекрасна сравнениями. Это мир сравнений, понимаете? Мир скоростей, мир сравнений. И без этого нет никакого смысла. Самый главный смысл жизни – это сравнение. Подчеркиваю, это мое авторское открытие – сравнения. Если у вас нет сравнений, то все, конец. И вот представьте себе, если человек живет коротко или даже длинно, но все равно умрет, то в конечном итоге что произойдет? А ему пофигу. Он говорит, после нас хоть трава не расти. Он может вырубать леса, уничтожать океаны, загрязнять окружающую среду и вообще все, что угодно делать. Убивать, насиловать, грабить там, и так далее и тому подобное. То есть никакого нет ответственного сюжета в жизни каждого из нас, каждого человека на планете. Нет ответственности, понимаете? А почему? Потому что, ну, он... Вспышка, да, и ушел. Вспышка и ушел. Как вот в известном фильме, да, по-моему, «Джентльмены удачи», где главный герой говорит, украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. То есть инкарнация, да. Родился, награбил, что-то понаделал, нашухарил и все, умер, да. И так далее, и тому подобное. Ну, это юмор, конечно же. Ну, а с другой стороны... Этот юмор абсолютно справедлив. Вы скажете, а инкарнация, как же так? Человек перерождается, и он становится каждый раз там умнее. Да согласен с вами. Да, перерождается. Во-первых, перерождаются не все, это отдельный разговор. А многие просто действительно умирают. Смерть для них существует, реальная, настоящая. Вот. Не все профаны остаются, непосвященные люди. Профаны, значит, непосвященные, таинство первопричины человека. Так вот, не все профаны перерождаются, а только определенные. И то перерождается что? Неповторимое, что успел за предыдущую жизнь человек наработать. Вот этот маленький кусочек неповторимости, он и перерождается дальше. Опять набирает новые неповторимости и опять перерождается. И так это когда он станет осознанным, ой, сколько может пройти времени, и то может не докатиться до осознанности, не дойти, не доразвиться, и в конечном итоге тоже все равно скатиться в материал, то есть распасться. То есть очень мало из профанов людей вот, без посвящения, без особых принципов и видений мироздания чего-то достигают в этой жизни. Ну, не только в этой, а вообще во всех своих инкарнациях, так называемых. Поэтому на инкарнации не стоит уповать особенно. Не надо на них молиться, тем более, что вы ничего не помнить-то не будете. Толку от этого никакого. Итак, я считаю, что жизнь человека бессмысленна, если нет в ней бессмертия. Только бессмертие дает
ответственность и смысл жизни придает. Почему? А потому что, когда человек бессмертен, он скажет, а нафига? Мне нужно загрязнять океаны, если я буду жить на этой земле всегда. А зачем мне нужно вырубать эти леса? Я дышу ими. Нет, ребята. То есть он станет вокруг себя наводить порядок. Автоматически, понимаете? Автоматически, потому что у него есть смысл, у него есть сравнение. Ему интересно, понимаете? Ему интересно, он расслаблен, и он добр. От того, что человек расслаблен, от того, что он бессмертен, он всегда добрым становится. Почему? Бог самый добрый, да? Потому что он вечный, он всегда. Богу легко быть добрым, вот мое личное выражение, открытие, да? Потому что он бессмертен, понимаете? Когда человек бессмертен, он может быть добрым. С этой высокой горы ему легко что-то дать любому. Абсолютно, или любой какой-то вещи или предмету, какую-то часть энергии там и так далее. То есть, получается, мы с вами живем, и наша жизнь короткая, да? А она не должна быть короткой. И она может увеличиться, по крайней мере, начать ее увеличивать. Мы имеем возможность такую, понимаете? И вот сейчас я в этой передаче постараюсь вам это пояснить. Значит, получается, жизнь интересна продолжительностью. Ну вот смотрите. Немалое количество животных, которые живут на нашей земле, имеют свою продолжительность жизни гораздо больше, чем у человека. Ну, я думаю, не надо их перечислять. Это и тот же, может, и слон быть, и еще ряд других, да, каких-то животных. Черепаха там и так далее. Растения тоже, баобабы, там еще что-то, да, живут долго. Какие-то деревья там, да. Многовековые, говорят, да, которые видели еще Пушкина, если вот по российским меркам рассматривать. То есть получается, они живут, да, дольше. Но вот интересный очень получается сюрприз. Если их вырвать из того контекста, где они живут, и переселить в какой-то зоопарк, да, или в какой-то там природный заповедник, то есть пересадить, то эти же деревья и эти же животные начнут умирать раньше. Почему? А им нужна их особая среда, их особая нетронутость, первозданность, понимаете? И вот ее-то и не будет хватать. То есть среда еще нужна. Для продолжительности жизни нужна еще среда. Ведь немалое количество людей, которые заблудились от цивилизации, которые ушли от нее и как-то оторвались и жили отдельно где-то, да, в каких-то лесах, там, горах, пещерах, еще где-то, то они вырабатывали, в конечном итоге генерировали собственную продолжительность жизни. Она всегда была отлична от общепринятой, социальной, потому что они жили в отрыве. Ну, сидит какой-то горец там, в каком-то горном ауле, да, и у него спрашивают, когда вы родились? Ну, не помню, говорит, ну, вот когда там потоп был, да, речка там вот село залила, залила, да? А когда это было? Чешут затылок, открывают историю, смотрят, это лет 150 назад, да? Ну, к примеру, я с улыбкой говорю. То есть, получается, белое солнце пустыни, помните? Давно сидите? Не знаю, давно сидим, да, такого типа, ну, вот. Человек даже не помнит, когда он родился, ему это до фонаря, как говорится. И он поэтому уже от одного этого может жить дольше. Он оторван от общего представления, от среды. У него своя среда, свое представление. Его камни видят, которые он каждый день созерцает вокруг. Река это видит, животные там и так далее и тому подобное. И он не показывается... Ну, мало показывается своим телом, да, взглядом там, и так далее, общей цивилизации. Видите, в отрыве от цивилизации уже живет человек дольше. И не только потому, что у него там, скажем, воздух лучше. Вот смотрите, ну, возьмем даже американцев. Да, я совершенно не защищаю эту нацию. Она сама по себе, говорится, россияне сами по себе. Но лучше нам дружить, конечно, чем воевать. Так вот, они живут по статистике. По продолжительности жизни в среднем дольше, чем россияне. Вопрос, а что такое, а почему? Что у них экология лучше, чище? Да ни грамма, совершенно не так. Она у них не чище. Нет, не чище. Я помню, читал такую статистику, что еще в 30-х годах в Америке 1/5 часть озер была абсолютно отравлена разными химикатами. Там был беспредел бизнеса, понимаете?
и вся рыба-то просто вымерла. Это еще 30-е годы. Вы что, думаете, там что-то очистили очень серьезно на сегодняшний день? Да я так не думаю. Бизнес продолжает топтать землю и уничтожать ее. Тот же сланцевый газ добывая, когда люди уже не могут из-под крана нормальную воду пить, а она у них просто взрывается от газа и так далее и тому подобное. Вот вам экология Америки, да, и что они там едят, вы понимаете, эти гамбургеры, да, и так далее, чипсы и прочее, прочее, прочее. То есть нет, нет, конечно, экология у них не чище, и воздух не чище, у них машин гораздо больше. А тогда почему живут дольше? А я вам скажу, все очень просто. Хитрость здесь заключается в том, что американцы идут на пенсию в 65 лет, а наши россияне в 60, а женщины в 55. И вы представляете? То есть мы, россияне, готовимся выглядеть и чувствовать себя и в настроении, и в ощущениях, и в теле, да, как угодно, в 60 так же, как американцы в 65. Вот вам и маленькая хитрость. Почему американцы живут дольше? Нет, я не призываю сейчас Путина или Медведева срочно увеличить пенсионный возраст. Нет. Хотя я вам скажу, если сегодня его увеличить до 80 лет, ну, к примеру, я с улыбкой, как анекдот говорю, не надо, не пугайтесь. Я думаю, вряд ли кто будет увеличивать. Но если в шутку сказать, что до 80 лет увеличить эту планку поднять, да, этот предел, то люди будут... пошучу, назло жить 90, понимаете? Ну как же, раз 8, значит, надо 90 хотя бы жить. Понимаете, это вот психологический больше барьер внутренний. Человек с измальства, с детства готовится к нему, и поэтому в растяжку так и тело расходуется у него, понимаете? Ну вот вы нырнули, допустим, вы ныряльщик, вы нырнули, и вам нужно на 10 метров проплыва, да, под водой рассчитать ваш воздух. Вы его рассчитываете спокойно, легко. А теперь вам нужно, допустим, на 30 метров. Вы этот же воздух рассчитываете на 30 метров. И там все зависит от того, на какие у вас легкие, как вы тренированы. Да? Но все равно вы будете рассчитывать. Также вот вам дали, допустим, там, скажем, 3 миллиона долларов. И говорят, вот за месяц израсходуй. Ну, вы израсходуете. А если вам дали 3 миллиона долларов, и скажут, вот за 10 лет израсходуй. Вы израсходуете за 10 лет. Или там 3 миллиона долларов дали, сказали, за всю жизнь израсходуй. Вы тоже будете расходовать за свою жизнь, но уже совершенно по-другому. Правильно же, да? То есть в растяжку. Так вот, то же самое и здесь, понимаете? Когда говорят, что в 65 на пенсию, то уже растяжка больше, понимаете? И человек действительно... 65 выглядит и живет дольше, и выглядит уже как наши пенсионеры в 60. Вот так интересно это все. Получается, в наблюдениях проявляется. В моих личных наблюдениях, в моих представлениях, да, в моем анализе и моей статистике. Вот. А теперь давайте попробуем еще вот такую интересную вещь посмотреть. Смотрите, вот, ну скажем, пирамиды, да, египетские пирамиды. Они строились, Бог весь знает когда. Я не историк, не хочу называть какие-то даты, честно говоря, это мне даже не интересно, да и передача не предусматривает это все делать. А интересно, что вот именно в крайнее время пирамиды стали разрушаться и очень быстро на глазах прямо-таки. Почему? А вот где-то 50 моих комплектов книг, я знаю, попали в Израиль, это рядом с Египтом, да? А я в книгах писал, запретите фотографировать пирамиды. Потому что когда их фотографируют, их растаскивают по сознаниям, и они быстрее дряхлеют, стареют, понимаете? Чем больше видят люди какие-то объекты, тем быстрее они разрушаются. Ну, даже, кстати, запретили сейчас пирамиды фотографировать, и они стали более-менее уже как-то держаться, и их разрушение немножко уменьшилось. Маленький пример приведу. Я снял художественный фильм «Сказка любви» в 2010 году, вот, и там... Вот маленький пример, да, опять же подчеркиваю. Два дерева есть таких интересных. Одно у речки стояло, вот так разветвленное, да, на две части. Вот. А другое в городе, в небольшом городе подмосковном. И самое интересное, что ведь смотрели миллионы, да, и смотрят этот фильм. В одно дерево, которое в городе, ударила молния, и одна часть дерева отвалилась, да. А другое дерево,
Частью сгнило, как бы и отвалилось тоже возле речки, понимаете? Хотя они стояли до этого без всяких проблем много лет, и было все нормально. То есть видите, как интересно, все, что вот снимается, да, фотографируется, все, что видится много туристами там и так далее, и тому подобное, людьми, то все обязательно стареет быстрее. Чем больше вы на людях находитесь, тем быстрее вы стареете. Но опять же, это если психология у вас профана. Может совсем с другими мировоззрениями, представлениями быть на людях и жить дольше вообще-то. Но это отдельные разговоры, как, что, почему. Приходите ко мне заниматься, я поучу вас. Сейчас мы смотрим на другое. Получается, пирамиды остановили в своем, да, вот, разрушении. Их запретили фотографировать. Но вот интересно еще вот что. Что получается, люди живут ровно столько, сколько им разрешают жить и сколько они хотят. Помните, я вам говорил в начале моего разговора на эту тему, что люди занимаются телом, следствием, но не причиной. Но кто-то пытается находить причину в сознании, помните, там йоги, там еще философские какие-то школы, представления эзотерические там, и так далее, что вот продолжительность жизни увеличить. Чтобы... Так вот, оказывается, не надо ничего искать. Надо понять главное, что люди живут столько, сколько им разрешают жить и сколько они хотят жить. Я считаю, ну вот, начать надо с элементарного. Первейшее нарушение прав человека – это когда в паспорте стоит возраст, то есть когда ты родился. Да это должна быть секретная информация. Да никто не должен знать, когда ты родился. Кого это касается? Милиционера в МВД или где? Да никого это не касается. Совершенно. Какая разница, сколько этому человеку лет, если он совершил преступление, он ответит по полной программе. Понимаете? Знать это может там где-то какой-то центр один, да, государственный, где вот есть такая информация. И то не для всех она открыта. Это должна быть секретнейшая информация, чтобы людей не старили, понимаете? Насколько выглядит, настолько и выглядит. Даже медицина не может определить точный возраст человека. Как минимум на треть ошибается. Понимаете? Ну, физиологический возраст. То есть это, ну, смешно просто. Вот это первейшее нарушение прав человека, что человек должен вот просто себя ненавидеть, что вот он достает паспорт, и все смотрят и улыбаются, довольны. Он старый, а выглядит молодо. Ну и фиг с ним, сейчас мы его постарим. Мы будем его видеть по-другому, да? Это что за безобразие? На каком основании? Вот я считаю, Россия, вот, ну, Владимир Владимирович, я к Путину обращаюсь, да? Ну, услышьте меня. Ну, запретите этот возраст в паспорте. Зачем он нужен? Он 100 лет не нужен. Ну, он нужен только вот для каких-то определенных дел. Там, на пенсию человек пошел. И то, чтобы не все знали, понимаете, на пенсию он или нет. Это должно быть секретно. Никому это не нужно. Совершенно не нужно. Какая разница? Совершенно никакой разницы. Вот, это мое мнение личное, да? Но, опять же, продолжая вот эту вот ситуацию, развиваю и для вашего понимания, что получается, следствием люди занимались, да, всегда человечество, или даже причины пытались искать в сознании, но в сознании именно, что мы вот развиваемся. А на самом деле в сознании, да, надо искать, от сознания зависит продолжительность жизни, но сознание какое? Сознание, касающееся именно продолжительности жизни. Значит, как-то по-другому должно быть сконфигурировано оно в лестнице времени, среди этих месяцев, дней, ночей, да, лет и так далее. То есть все должно как-то по-другому сгруппировано быть. Понимаете? И здесь вот сразу я могу вас немножко удивить. Хотя это удивление уже достаточно широко представлено. Немножко, может, другими словами, но широко представлено в мире. То есть говорили многие о переходе, о каком-то квантовом переходе человечества там, и так далее. Я вам скажу, что существует огромное количество параллельных миров. Очень огромное, большое количество параллельных миров. И все они друг от друга отстоят, ну, стоят как бы друг от друга на состояние 1 к 4. На состояние 1 к 4. Вот, допустим, наш параллельный мир, в котором мы сейчас живем, мы его знаем. Вот конкретный год, 365 и так далее дней, да, 12 месяцев, там 30 дней в среднем в месяце
дней и ночей, ну и так далее и тому подобное, там 50 с лишним недель. А мы должны еще понять вот что, что существует верхний параллельный мир над нашим стоящий и нижний параллельный мир под нашим стоящий. Но это нижний и верхний, но условное понятие, конечно. В космосе, в большом космосе нет верха, низа, там, ну, все едино совершенно. Но для удобства понимания будем так пока именовать верхний параллельный мир и нижний. Так вот, верхний параллельный мир, он будет уже продолжительность жизни особей, которые там живут, да, сущности, иметь в 4 раза дольше, больше, чем наш мир. Вот видите, 1:4. Ну, мы знаем с вами, 4-е измерение везде, да. Даже вот если брать священную книгу Тота, там 3 аркана первых, а 4-й это переходный аркан. Понимаете, то есть всегда 4-ка это переход. 4-ка это переход и переход к следующей какой-то конфигурации. Понимаете? Ну, допустим, там 3, да, 4-й переход и еще следующая тройка. То есть 3 и переход. А почему именно 3? Потому что в этом мире все бинерно. Все бинерно. То есть состоит из двух частей. Ну, скажем, отец и мать, да? Что порождают? Дитя. Плюс-минус электрического тока. Что порождают? Это вот бинера я называю, да? Они порождают какую-то работу, правильно? Что-то крутится, что-то вращается там и так далее. То есть получается, третье начало порождают, видите? То есть два каких-то начала, два бинера порождают третье. Вот вам и троица. А потом, чтобы куда-то перейти, нужно направление. А направление это и есть четвертый. То есть через четверочку переход, понимаете, в другое какое-то состояние. Ну, мир развивается по спирали, как раз вот три ипостаси проходит. Два бинера реализуют, третье начало материализует. И через четвертое, то есть через направление, переходит в следующую троицу, понимаете. Все очень просто. Вот почему 1:4, да? А не там 1:2, там, или к 3, там, и так далее. Именно 1:4 всегда. Но это коротко я вам объяснил, без всяких формул, без всяких научных доказательств. И я думаю, что уже и так этого достаточно, умный человек меня понял, или, чтобы никого не обижать, ну, осведомленный человек, да? А кто-то по наитию уже почувствовал, что я абсолютно прав. Смотрим дальше. Значит, получается у нас 1:4 есть верхний параллельный мир. И там 1 год жизни будет равняться 4 годам жизни в нашем мире. И если вдруг перейти нам в этот верхний параллельный мир, жить, да, по правилам и законам и представлениям среды этого верхнего параллельного мира, то люди станут жить не 100 лет в среднем, да? Ну, в среднем, конечно, хватил, но все-таки не 100 лет век будет считаться, а 400 лет. Значит, получается, верхний параллельный мир 1:4, а нижний на 1:4 меньше. На 1:4 меньше. Значит, если у нас 100, то там будет 25 лет всего. Да? То есть, получается, 1 год нашей жизни на Земле будет проходить за это время 4 года нижнего параллельного мира, под нами который, понимаете. Но я сейчас не хочу нижний брать, нам даже это не интересно. Это уровень животных, вы понимаете, да? Вот животные, подавляющее большинство, живут в нижнем параллельном мире. То есть среднее 25 лет, да? Там кошки, собаки там, и так далее. Идем дальше. Значит, получается, параллельные миры есть. Но вы же прекрасно понимаете, что все, что вы в этом мире созерцаете, находится в движении. А раз находится в движении, то обязательно каким-то образом, ну, как вот мы вокруг Солнца, Земля летает, да, то ближе к нему, то дальше от Солнца, то зима, то лето, так называемое. Так вот, кстати, скажу, что сейчас на Земле не глобальное потепление, а глобальное уравновешивание всего климата на Земле. На Земле наступит единый теплый климат, ровный. Так что не беспокойтесь, никакого потепления нет, просто уравновешивание климата. Ну, так кто-то, скажу, захотел. А кто? Ну, когда-то, может быть, вы узнаете. Ладно. Итак, значит, получается, у нас больше или меньше, да? То есть параллельные миры, они как бы ближе друг к другу или дальше друг от друга. И вот сейчас наступил момент, когда верхний параллельный мир, он очень близок, практически вот как один в один, вот состыковались прямо с нашим параллельным миром.
прямо рядом, вот они, да, и можно переходить определенное количество лет, можно переходить из среднего, из нашего мира, ну, среднего условно, да, вот мы же живем в нем, поэтому мы его считаем средним, а в этот верхний. Вот. Сейчас именно произошла эта состыковка. Я не стану пояснять, почему она произошла, какие-то расчеты, формулы давать и так далее. Потому что это, ну, это отдельное время, и я не хочу сильно раздувать продолжительность этой передачи. Это отдельные совсем изыскания, и об этом мне проще поговорить с какими-то учеными, которые будут задавать вопросы, а мы будем с ними уже рассматривать, разбирать и понимать все. Да? А я не думаю, что это абсолютно всем нужно. Вот. Поверьте пока на слово, или же проверять начинаете. То есть я всегда говорю, не верьте мне, проверьте сами, да, убедитесь. Итак, значит, два параллельных мира состыкованы, и получается, можно перейти именно сейчас, и определенное время для этого существует. Они наложены друг на друга. Но что они себя будут представлять? Они будут представлять разные вибрации и по времени, и по пространству. Ну, что значит по времени? Вот смотрите, ну, вы уже услышали, что получается один год нового параллельного мира – это 3 месяца всего лишь нашего, ой, извините, один год нашего мира – это 3 месяца продолжительности жизни верхнего параллельного мира. То есть получается наши 4 года, а там 1 год, да, в верхнем параллельном мире. Ладно, а что с неделями, с сутками? А вот сутки здесь имеют уже другое совершенно время. Какое? Это будет 7 часов. Это будет особое магическое время. В верхнем параллельном мире другое время течет. Да? 7 часов. И эти 7 часов имеют свою продолжительность каждый день немножко, но отличную от предыдущего дня или последующего. Какие именно, как они будут называться, ну, я сейчас не хочу вот это все опять разбирать, это отдельная тема или передача, или же разговор с учеными, или с теми, кто у меня будет заниматься, им я объясняю это все. Вот, я сейчас просто скажу, говорю вам общее представление, что получается, сутки будут делиться на 7 часов, которые будут повторяться эти 7 часов постоянно, и каждый час будет иметь разную продолжительность, в каждый день. Как в предыдущий, так и в последующий. То есть отличный, понимаете? В зависимости уже от того, как будет расположена Земля, да, относительно того же Солнца, скажем. Да, там, это зима или лето там, и так далее. То есть продолжительность часов будет разная. Так самое это интересное, что и зима, и лето, они тоже будут разные, понимаете? Они тоже будут разные. И самое интересное другое, что параллельные миры друг на друга влияют своими зимами или своими летами, своими веснами, своими, как сказать, своей осенью, да, или осенями, вот, ну, во множественном числе, осени, да, своими осенями, да, влияют. То есть, короче говоря, это отдельно мы еще, может быть, и даже и в этой передаче с вами коснемся. Пока я вот вам сказал, что получается, вот будет свое особое магическое время. А дни недели тоже они будут иметь свои определенные наименования. И они будут тоже отвечать за определенные характеристики и отношения как со звездами, так и с людьми. Там, и, ну, все будет, как говорится, немножечко касаться, может быть, частично астрологии. На самом деле это будет, ну, только напоминать астрологию на запах, не больше того. Вот. То есть это другие часы будут, будильники там и так далее и тому подобное. Отчет это совсем все будет. Начался в 1996 году. В тот год я отметил свое день рождения уже 1 к 4, впервые собрав своих соучеников, человек 20-30 тогда было на этом мероприятии, мы всю ночь отмечали мой день рождения, но и торт был совершенно с другими надписями, и свечи были другого количества,
то есть все было 1:4. Вот с 96 года можно сказать, что эта идея начала набирать свои обороты. И на сегодняшний день мои соученики, многие уже отмечая свои дни рождения один раз в 4 года. И я знаю некоторых соучеников, так, полузасвеченный вот один пример, но полузасвеченный или засвеченный пример, это значит человек, который в нем участвует в этом примере, упоминается, да, он живет как бы отдельно своей нормальной жизнью, и когда я привожу пример с его участием, этот пример не влияет на его сегодняшнюю жизнь, поэтому называется засвеченный, но особо энергетическим образом проработан, да, и подается. Так вот, есть у меня моя соученица в Нижнем Новгороде, девушка, девушка в кавычках, ей уже около 60 лет сегодня, а я тогда с ней разговаривал крайний раз лет 8 назад, и где-то 8 или 6 даже, тогда ей было 53, что ли, вот так вот года, так выглядела она где-то на 23 года, и за ней убивались 20-летние парни. А вот так интересно, да? То есть многие мои соученики, но я не могу называть количество, это даже, ну, понимаете, секретная информация, и мало кто мне может даже и специально говорить об этом, потому что все стараются скрывать все это, понимаете, и правильно делают, потому что, ну, растаскивают уж, понимаете, да? Так вот, люди молчат и правильно делают, что вот, скрывают такую информацию, но они есть такие, и выглядят они совершенно по-другому, понимаете, не так, как вот основное подавляющее большинство людей на Земле. Вот это имейте в виду. То есть 96-й год, да, прошлого века. А в 1999 году там началось соприкосновение миров. Соприкосновение верхнего мира параллельного с нашим. Вот. И уже в 2001 они прочно вошли в схватку, в сцепку. Да, и вот уже 13 лет они в сцепке. Старый параллельный мир будет существовать так же. Он может закончиться и начаться заново, то есть может глобально вдруг вся Земля в старом параллельном мире погибнуть, и цивилизация начнет свой новый отсчет. Ну, по-разному может быть, это уже их будет конкретная жизнь. Вот. А наш, тот параллельный мир, наш, говорю, в который в новый, да, мы вдруг перейдем, ну кто мы, ну те, кто пожелает и сможет перейти. Вот он будет жить уже со своей другой отдельной жизнью. Надо учиться жить иначе. Среди людей жить иначе. Но первое что? Это побольше вспоминать себя того, какой вы были в том возрасте, где вы сейчас уже вот как взрослый, скажем, но 1:4 живущий. Ну, я сказал загадочно, теперь поясняю. Да? То есть вот предположим человеку, ну, кому-то изменял сейчас, из тех, которые меня слушают, ну, 40 лет, да? 40 реальных лет. 40 лет сегодняшнего параллельного мира, нашего, среднего параллельного мира. Но 1:4 ему, значит, 10 сейчас, да? И вот этому человеку я могу посоветовать, чтобы он чаще вспоминал себя, когда ему было 10 лет. Чтобы он чаще смотрел на 10-летних, общался, дружил с 10-летними, да? Может, и старался вести себя так же, как пацан, как девчонка там. Ну, я не говорю, что он должен придурком с мячиком бегать, но вот как-то вот улучшать моменты, чтобы себя вести так, понимаете, да? Где-то наигрывать это состояние, может быть, даже про себя проигрывать, не всегда прям вот, говорится, во внешней среде, понимаете? А кому-то, может быть, 16 сейчас, а на самом деле получается там 64 года, да? Вот. То есть, получается, надо помнить себя того, в каком ты вот возрасте был, если 1:4. Ну, был, имеется в виду, в нашем среднем параллельном мире. Это вот один из советов. Плюс, конечно, нету, да, штампа в паспорте, когда ты родился. Вот, это уже два состояния определенных. Плюс, кроме того, чтобы помнить себя того, нужно и тело также ощущать, и в зеркало смотреться по-другому, да, выискивать и обналичивать, чтобы там седина у вас уходила, да, чтобы морщины разглаживались, все это сознание. Ну, как, приемы есть, конечно же, на занятиях я их преподаю, да, как это все делается. Вот. И многое-многое другое. То есть человек может собой заниматься, это все реально. Кроме этого, это и душевные переживания. Это можно и влюбиться,
понимаете? И влюбиться даже, если там вам, скажем, 40, получается сколько там, 56 лет, а значит 14 лет, если один к четырем, то вы можете влюбиться, там, скажем, в 13-летнюю девочку. Это не значит, что вы будете педофилом и бегать за ней. Это внутри вас внутреннее будет состояние, да, а вы, может, просто с ней будете дружить и встречаться, и здороваться, не больше того. Понимаете, или играть в бадминтон. Это не проблема. Это не говорит о вашем каком-то неприятном, да, психическом положении. Нет, это внутреннее состояние, и это будет настоящая любовь, может быть. Ваши переживания, чувства. Это очень важно. Это очень омолаживает организм, включает другие совершенно функции. И не забывайте, что если вам сейчас там 50-60 лет, то жизнь не закончилась. Вы еще можете жениться заново или выйти замуж и продолжать рожать детей. Еще лет 120-150 еще родите детей, еще раз женитесь или замуж выйдете. Понимаете, вот эта психология должна меняться, внутренняя психология, что не вот жизнь закончилась в 60, да, а в 50, 60, 70, а она идет дальше, и вам только там 16, 20, 18 и так далее. Вот это очень важные моменты, которые нужно постоянно нарабатывать. Вот так бы коротко я ответил на этот вопрос. Конечно, здесь очень много деталей, и их нужно узнавать, то есть вы должны у меня на занятиях спрашивать, а я отвечать, и я обычно так и поступаю среди своих соучеников на своих живых вечерах. Надо стараться отмечать свой день рождения один раз в 4 года, ко дню времени, но, конечно, здесь по-разному, у всех будет разное отношение. Кто-то, может быть, постепенно перейдет на то, что он будет спать один раз в 4 дня, да? Один раз в 4 дня, или там один день спит, трое бодрствует. Но я шучу, конечно. То есть вот здесь еще нет точных вот таких аналов, да, для проверки примеров. Но надо стремиться понимать, что 4 дня – это вот один день в новом параллельном мире. Ну вот, скажем, Новый год, да, Новый год. Что происходит раз в 4 года, кстати, да, в Новый год. И, кстати, когда Новый год вот в вашей конкретной жизни? Тогда именно, когда вы начали отсчет, вот 1 к 4, посчитайте, это вот и есть ваш Новый год жизни. Новый год из нового параллельного мира. Допустим, вам там 40 лет, значит, вот именно в 40-летие или там в 44 года у вас Новый год будет, 48, там 52, там или 36, 32 и так далее, да, 28. Так вот, в Новый год обычно вот среди обычных людей, которые живут в нашем параллельном мире в среднем, под Новый год, за сутки до Нового года, все, что было прожито в этом году, за сутки проходит и сворачивается. И поэтому настроение у человека, он просто не присматривается к этому. И чувства, они все меняются на протяжении этих суток, меняются в соответствии с прожитым годом, только что прожитым годом. Вот 31 декабря сворачивается предыдущий год. 1 января, начиная с 12 часов ночи, как только бокалы, да, постукались, выпили, постреляли хлопушки, там, фейерверки. Вот с этого момента начинается развертка Нового года. И сутки 1 января, это я подчеркиваю, среди профанов обычных, разворачивается следующий год. И вот как их проживешь, какие будут эмоции, отношения, так обычно и год проходит. А у вас же это будет раз в 4 года, поэтому у вас будет сколько? 4 дня сворачиваться предыдущий год, да? И 4 дня разворачиваться. Поэтому это будет не 31 декабря, а с 28, 29, 30, 31, да? Вот год сворачиваться будет. А разворачиваться 1, 2, 3, 4. Но это будет раз в 4 года. Это вот некоторые советы, да? Ну, более или менее конкретные детали. Еще раз подчеркиваю, что их уйма разных вот этих мелочей, опорных точек, при помощи которых можно совершенно иначе чувствовать себя и относительно людей, живущих вокруг тебя, ну, скажем, люди, да, как их воспринимать? Ну, во-первых, надо их воспринимать как свои мысли. То есть это всего лишь ваша среда, это ваши мысли, и они живут в 4 раза короче. Вы должны наблюдать этих людей. Вот я, например, давно этим занимаюсь, наблюдаю, как
профаны рождаются, да, вот родилась там девочка, мальчик, да, у соседей там или где-то, да, я смотрю, они на коляске возят, потом он уже бегает, потом еще растет, еще там, еще, и вот он вырастает, замуж выходит, женится, потом стареет и так далее, я отслеживаю следующих там и так далее, и так постоянно я многократно отслеживаю разных людей. Вот отслеживать этот прием очень важный тоже, отслеживать, как живут профаны, непосвященные в этом параллельном мире, то есть они для вас, ну, не как животные, но живущие в 4 раза меньше, понимаете? И вы отслеживаете их жизни на правах, ну, человека, который живет дольше. Он, естественно, видит их окончание жизни, как они стареют, как они молодеют, как они рождаются. Он все это видит, понимаете? То есть вот отслежка для людей незаметная, незримая такая, да, она тоже очень важна и помогает иметь опорную точку для продолжительности, большей продолжительности собственной жизни. Но мелочей очень много. Я еще раз говорю, что на занятиях, на живых вечерах я, конечно, все эти детали поясняю через ваши вопросы. Как должны относиться к вам люди, то бишь среда, в которой вы живете, когда вы нарабатываете состояние перехода в новый параллельный мир 1:4, вот, и как вы должны ощущать все это, да, как вас должны видеть. Я вам скажу, что должны — это как-то немножко, ну, выглядит пространно, да? Ну, никто ничего не должен совершенно. Все зависит от вас, от личного, вот, вашего представления и от вашего понимания. Ну, конечно же, окружать себя, да, нужно определенными людьми, желательно, точнее, не то, что нужно, желательно. То есть какое-то время, может быть, даже нужно поодиночить, чтобы наработать это состояние. Какое-то время может пообщаться только с теми, возраст у которых именно такой, как у вас, там, с 14-летними, скажем. Вы только с ними общаетесь. Ну, не знаю, как вы будете. Может, дружить, может, обучать их чему-то. Может, будете играть, еще раз говорю, бадминтон, может, еще что-то. Ну, вот у вас будет именно такое отношение с ними. А со взрослыми, с другими, вы уже будете меньше соотноситься и встречаться, и общаться. Но это все зависит, конечно, от условий вашей работы конкретно. Или же это будет дополнительное что-то. Но в любом случае окружать лучше, конечно же, вот такими реалиями. Мыслить, стараться современно именно не на том языке, когда вы там в школе когда-то учились, когда вам было 14 лет, да? А вот сейчас, сейчас как 14-летний мыслить, на их языке разговаривать, прислушиваться, понимать, да, их обороты речи. Но, опять же, это не значит, что вы будете становиться наркоманом там, и так далее, или еще что-то подобное. Да? То есть все должно быть, конечно, в рамках приличия, которое будет исходить от вашей сущности. И, конечно, когда есть среда вокруг, то есть, ну, скажем, люди, которые у меня занимались, они стараются объединяться, да, немножко. То есть среда, они созваниваются, они встречаются с семьями там, и так далее. И тогда они что? Держат себя в определенной среде и друг друга так видят. И, конечно, им проще переходить. Конечно же, жизнь можно увеличивать, я уже немножко оговаривался ранее, да, при ответах, и не только в 4 раза, но и в 8, и в 16, и в 20, и в 24, там, 1:4 постоянно прибавляйте, и вы поймете, что и в 32 раза, там, и так далее. То есть это без проблем. Но не сразу, вот прямо вот из этого параллельного мира, и вдруг 1:8 начать жить, вы понимаете, ну, не получится. Потому что вы еще в тот не перешли, а вы уже думаете о другом. Хотя, я вам скажу, при достижении любой цели, когда вы уже прошли 1/3, то есть вот на 1/3 вы перешли в новый параллельный мир, а это значит, у вас начнутся, вот как у меня в Сбербанке, там разные вот эти вот представления, да, когда вам будет не верить уже, да, это уже как минимум 1/3 фиксируется, то вы уже должны задумываться о параллельном мире 1:8, задумываться и чувствовать, потихонечку нарабатывать чувства в себе, понимаете? То есть вам уже там будет меньше лет гораздо, там, если 1:8, то это не 10 лет, если человеку 40 в этом параллельном мире, не 10 ему, а уже 5 получается. То есть он еще нет, он не переходит на 5, но ощущения потихонечку новые нарабатывает. Но они там еще где-то далеко, там иногда к ним он прикасается, иногда их там освежает, да? Вот. А когда на 2/3 уже прошел, когда уже сплошной поток, да, ты вот, знаете, как заноза, да, ты уже другой совершенно, тебя видят все по-другому, ты уже просто вот объект, да, внимания полностью в этом параллельном мире, то это уже 2/3. В это время ты уже должен перестать достигать нового параллельного мира, а уже начинать полностью себя перенаправлять на 1:8,
на 1 к 8. Потому что к 1 к 4 ты уже и так перешел, практически перейдешь. Перейдешь автоматически. Ну, это вот маленькие советы вам, да? А еще раз подчеркиваю, если ты не перешел на 1 к 4, то на 1 к 8 переходить не только нецелесообразно, но и невозможно. Все постепенно, последовательно. Засыпать лучше, конечно же, ощущая себя в том возрасте, в каком вы реально 1 к 4 находитесь. То есть вам там не 40 лет, а 10 лет, да? Вот лучше этим мальчикам и засыпать, или этой девочке, понимаете? Это вот совет такой. А фантазии побольше, вслух даже. Вот вы гуляете, ну, чтобы, конечно, не было так, что прохожий проходит, а вы сами с собой разговариваете. Ну, старайтесь гулять там, где, там, в лесу, в парке, где вас никто не слышит, да? И так, негромко, но сами с собой начинаете общаться. То есть вы можете фантазировать разные сценки. Что вы там, пацан вам 10 лет, и с какими-то другими пацанами разговариваете, они вам что-то отвечают. То есть разыгрываете в своем воображении вот подобные сценки. Может быть, разыгрываете, как вы признаетесь в любви какой-то девочке, там, как она среагирует, ну и так далее. Ну, вы же в детстве тоже фантазировали. Вот это тоже очень важные моменты. И еще раз говорю, что вот планировать лучше день, да, не вот так вот, как обычно, с утра, а... С утра, может быть, но на 4 дня. Вы же 4 дня, получается, должны прожить, а у вас только один день проходит. Да? 4 дня проживают все профаны, то есть живущие в этом параллельном мире. А вы в верхний переходите, значит, у вас на 4 дня план должен быть. И как относиться к дням и ночам? Ну, очень просто так же относиться, что это как бы у вас отдых, ну, как перерыв на обед, понимаете? То есть вот вы... Проснулись сегодня, да, день прошел, ночь наступает. Для всех ночь, а для вас это перерыв на обед. Ну, типа, вы просто прикорнули. То есть, это для вас не ночь, вы прикорнули. Вот. А может быть, и ночь будет считаться. Вот как одна, да, вот одну ночь вы выспались. А следующие ночи там три. Ну, я к примеру говорю, потому что здесь еще надо сказать, что у каждого будет свой подход. Вот. А следующие три ночи вы уже просто как бы как перерыв воспринимаете. Или какую-то из этих четырех ночей воспринимаете как одну ночь, а остальные все как перерыв. Или каждую ночь воспринимаете как кусочки одной большой ночи. Можно и так, что вот вы проснулись, пошли там туда-сюда, что-то поделали, там работали еще и опять легли спать. Да? То есть вот у каждого будет свой, конечно, подход. И кому какой будет ближе. Здесь нельзя ничего навязывать. Но важно, чтобы человек перешел. Важно, чтобы это получилось, чтобы в сознании сформировалось это состояние 1 к 4. Какие состояния должны зафиксироваться в физическом теле, чтобы человек точно почувствовал, что вот он уже может переходить или начал переход, да, в новый параллельный мир, чтобы вера открылась. Я уже объяснялся, да, что вот я, к примеру, вырос на целый кусочек, да, вырос. Ну, кусочек такой немалый. То есть вот те люди, которые со мной были вровень когда-то, теперь они все мне по нос, ориентировочно так. То есть вот на этот вот, да, на это расстояние, на этот кусочек я подрос, получается. И, естественно, я зафиксировал в себе вот это состояние перехода. Физическое тело стало меняться. Подбородок у меня изменился, да, там скулы, вот здесь вот эти места у меня стали другими, здесь вот кости у меня выросли, да, у меня было плоское просто здесь. Кости, естественно, стали шире, обхваты там и так далее. Весь гардероб я выкинул, это понятно, что я изменился очень сильно. Но тут трудно не поверить, если все стало меняться, вы понимаете. Вот. Поэтому, естественно, что фиксация в физическом теле очень важна. И вот здесь-то может опять кто-то спросить, а что, обратной дороги нет? Да нет, почему нет? Вы можете так пожить лет 200, а потом взять и уменьшиться. Или же в плечи расширить, или еще уменьшить. То есть можно хоть туда, хоть сюда, можно хоть карликом стать, хоть великаном, хоть трехметровым, понимаете? То есть все зависит от вас. И поэтому здесь нет пределов. Главное, чтобы вы научились владеть телом, и оно стало вам подвластно. А раз вы научились им владеть, значит, вы можете себе и омолаживать, да, и остаривать, и как угодно. Здесь можно по-разному. Можно держаться в одном состоянии, а можно стареть-стареть немножко, а потом раз опять начать молодеть, да, до определенного предела. То есть у каждого будут свои подходы. Здесь нет ограничений. Это творчество. Как хотите, так и поступайте своим физическим телом. Может, вы вообще будете все время выглядеть 80-летним стариком, а на самом деле будете жить уже 8 миллионов лет, понимаете? То есть это без ограничений. Но я считаю, что, конечно же, надо быть молодым, ну, хотя бы относительно, но молодым, и достаточно долго живущим уже человеком.
Это вот мое личное мнение. Я всегда отвечаю так, что у соло нет соло. Да? Мне приходится все экспериментировать и открывать самому. То есть мне некому подсказать, только я должен сам вывести закон и понять его. И потом только, когда его пойму, его полностью спрактиковать на собственной жизни и далее только передать своим соученикам. Так вот, есть ли такие, как говорится, специальные рекомендации, как с телом поступать, чтобы оно могло тоже переходить? Ну, вы сами понимаете, тело, если человек выглядит уже там на 50-60 лет и вдруг должен выглядеть на 16, там, на 14, да, то естественно, что тело нужно, чтобы помолодело, понимаете, да? А чтобы оно помолодело, надо, чтобы оно как-то подчинилось. То есть человек должен обратный процесс включить. А как его включить? Вот у меня, я, конечно, хотел этого, да, и он в немалой мере включился, этот процесс. А самое интересное, что он включился так, что я даже вырос на сантиметров 12. Вот у меня глазок, который я смотрю на личную площадку, да, то он вот где-то вот так вот расположен ниже. Я был вот настолько ниже, да, моего глаза сегодняшнего, да, который я вот подхожу и представляю глазку. Могу представлять, да, приходится нагибаться. Так вот, значит, почему я вырос? Ну, у меня просто так совпало, что я пил бутилированную воду в основном, а в ней не было, практически не было кальция и магния. И мой скелет начал что? Рассасываться, кальция стала не хватать, магния. Естественно, здоровье сильно пошатнулось в то время. Но я не знал. Это у меня как бы, видите, желание породило вот эту ситуацию дурацкую. Честно говоря, дурацкую. И скелет стал что? Утончаться. И кости стали такими быть, мягкими, понимаете? А я в это время еще и подумал, что я хочу вырасти. Не знаю, почему-то такая мысль пришла. И я начал расти. Потому что скелет-то перестал быть грубым, а стал детским. Он стал размываться. И я стал расти. Я вырос. Потом я начал лечить себя, потому что я уже умирал. У меня там были просто шоковые состояния. Это вообще все. Я бы давно уже, говорится, помер. Но я просто все постепенно, да, анализируя, вылечил у себя и понял самую основную причину, что нужен кальций и магний. То есть поменял воду, да. И не только поменял воду, но и многое другое сделал, чтобы себя привести в норму. И сейчас я практически в норме. Опять же, я разве могу вам рекомендовать себя так вот убийственно, да, вести по жизни, вдруг начать пить воду, которой нет кальция и магния? Это ж не гарантия того, что вы останетесь живых, а вдруг вы не сможете справиться и погибнете, и умрете. А я буду причиной этого, да, мой совет точнее. Я не хочу так советовать. Я просто пояснил свой собственный путь, как у меня получилось, но у меня нет соло, да, мне приходится делать самому все это открывать. А вы же при помощи мысли, то есть при помощи мысли это тоже можно делать, утончать скелет воображениями своими и так далее и тому подобное. Но еще раз подчеркиваю, физиологически вот мне удалось именно так, да, через определенные отношения к скелету. И вообще имейте в виду, что наш скелет — это и есть астральное тело, это и есть наша душа. Это вот мое открытие, которое я в четвертом романе «Император или по следам созерцателя», четвертый роман астрального тела, эпопеи. Вот. Я там в этом романе описываю, что наш скелет – это и есть наша душа, это и есть наше астральное тело, имейте это в виду. Поэтому если вы сможете умственно, да, сознанием своим подчинить себе свой скелет, сможете там подрасти или как-то уменьшиться, или же конфигурацию как-то поменять, там скул, чего-то еще, да, то, естественно, тело начнешь что тоже подчиняться, и кожа, и раз кости подчинились, и кожа, и мышцы, и органы начнут меняться, понимаете? У меня, я же говорю, столько всего было, и все поуходило. Я не хочу сейчас перечислять, просто это было и нету этого, все, нету, да? Чисто. Так вот, имейте в виду, что для того, чтобы лед тронулся, как говорится, для этого нужно постараться либо воображением, либо как вот у меня было. Опять, я не советую, как у меня. Это только на ваш страх и риск. Это вы сами тогда будете виноваты, если пойдете по этому пути. Но это был мой путь, это Господь мне так дал, чтобы вы могли научиться, да? Чтобы я знал это. Еще раз подчеркиваю, что у каждого будет свой выбор. Но надо научиться управлять скелетом обязательно. Потому что когда вы почувствуете, что скелет подчиняется, да, меняется конфигурация, то есть не с кожи начинать нужно, скелета, меняется конфигурация подбородка там и так далее. Вот я помню, мне было
лет, наверное, 18, а у меня была родинка на правой щеке. А мне все говорили: ой, на правой щеке это несчастливая жизнь. Вы знаете, я помню, долго мучился, страдал, смотрел в зеркало на нее. И вдруг она начала чесаться, и за месяц прям чесалась, раз и исчезла. А потом я думаю, непорядок, нужно, чтобы на левой она появилась, чтобы быть счастливым в жизни. И она появилась на левой половине лица, но достаточно крупная. И когда я брился, я постоянно ее травмировал. Думаю, не, она должна быть меньше. И сейчас она превратилась в маленькую точку, почти незаметную. Но она осталась. Понимаете? Вот тогда еще в этом возрасте я мог что управлять телом. То есть тогда еще было наработано это. Понимаете? И еще другие разные моменты в моей жизни были. То есть очень важно начинать все-таки со скелета. Хоть я и родинку там привел пример, да, но это мой путь личный. Я же преподаватель, поэтому я и преподаю, что у меня другой немножко путь. А у вас, я вам готово, я говорю, начните со скелета, поменять конфигурацию подбородка, там, носа, хрящики подчиняются, да, ладони, рук, там, да, плечи там шире стали, уже, там, и что, жир, чтоб ушел, да. У меня вот девушка была, Ксения, мы 4 года с ней прожили вместе, у нас бы, может, все и получилось, но мы немножечко не состыковывались под взглядом. Вот. Я желаю удачи этой девушке. Так вот, самое-то интересное, что она пришла, у нее там вот и бока такие вот сальные висели, да, и были шаровары, как я говорю, да. Все это поуходило у нее. Хотя до этого момента, до жития со мной, она столько разных перепробовала всевозможных процедур, всевозможных диет, ничего не получалось. А когда она поняла, что надо учиться управлять сознанием всеми этими частями тела, у нее стало получаться. Кроме того, я купил специальную девушку, такую красивую, обнаженную, портрет, да, огромный, нарисованный, и повесил над нашим диваном, где мы спали, и лепил ее, то есть любые мои дотрагивания руками, я лепил как художник, как скульптор, лепил по образу этой девушки тело Ксении. И оно вылепилось, и она стала изящная, красивая, совсем другая девушка. Она и была красивая, но стала вообще такая, что во дворе все просто завидовали. Даже мне потом, когда мы расстались с ней, мужики подходили и говорили, у всех слюнки, оказывается, текли. Вот такие интересные вещи, понимаете? То есть, получается, мы должны научиться управлять своим физическим телом. Управлять обязательно. В каком вот возрасте вас застало это вот судьба, да, переходов, значит, надо учиться управлять. Но начинать лучше с внутреннего состояния, то есть с костей, со скелета. Меняя скелет, конфигурацию там щек, скул, там еще чего-то, да, пальцев, вы можете потом и на кожу перейти, и на мясо, и на органы, и на все что угодно. Но опять, множество деталей здесь есть, конечно, опорных точек. На занятиях я их все подробно объясняю, по вашим вопросам, естественно. Так что, ну, в передаче все абсолютно упомянуть сложно, но я представил главное и основное. Когда среда уже фиксирует тебя другого, она видит тебя другого, понимаете, по-другому. Ну, допустим, у меня пик, ну, один из пиков, потому что их много разных было и есть, и еще ожидаются. Вот пик, помню, был такой, я пришел в Сбербанк получать денежный перевод, а меня чуть не арестовали. То есть говорят, а у вас год другой написан здесь. То есть имеется в виду, в их данных в Сбербанке написан другой год. А в паспорте у меня другой год. То есть они не поверили, сколько мне лет. Я не буду называть свой возраст, вы понимаете, да, по этическим причинам. Вот. И они стали там перепроверять по своим каналам, шептаться. А потом я говорю, а что там, что-то не так? Они говорят, да нет, мы сейчас поменяем год. Так я говорю, у меня есть ваша сбербанковская карта, да? Они говорят, да, есть. Я говорю, а в ней что, тоже тот же год стоит? Да, тот же. Ну, неправильно имеется в виду. Ну, мы сейчас поменяем. Ну, вы сами прекрасно понимаете. Ну, кто им, да, в обычном каком-то отделении Сбербанка, в одном из огромного количества таких отделений, вдруг разрешит направлено поменять такую серьезную информацию, как там возраст, да, в центральном головном участке компьютерном, да, Сбербанк. Ну, никто не позволит этого. То есть это они просто как бы, ну, как современным языком говоря, отмазки строили, то есть чтобы как-то эвалировать свое замешательство.
На самом деле, они просто не поверили моему возрасту паспортному и решили его проверять через свои данные конкретные, да, которые у них есть в Сбербанке. И убедились, что это все-таки так. Ну, может, они наткнулись еще на какие-то приписки ФСБшные, не знаю. Но в любом случае, в общем-то, они разулыбались и выдали мне деньги, и мы счастливо расстались. Но у меня было такое напряжение, что меня могли арестовать. То есть не поверить, что это я. Но, опять же, это... Кто-то воспримет это как байку, кто-то воспримет это как реальность. У каждого свои представления. Я еще раз подчеркиваю, что у меня много было разных всевозможных подобных вещей. И чем дальше, тем их больше. А потом это будет сплошное уже. Человек такое существо, что он может в любой момент сам развернуться и пойти обратно. Это его проблема, это понятно. То есть здесь нет такого, что вот пошел и дальше ты уже не вернешься. Да нет, до самого последнего момента, пока ты не перешел, вот последний, крайний шаг сделал, и ты уже в новом параллельном мире совершенно, ты можешь возвращаться. Да из того даже параллельного мира, из верхнего, можно спуститься и в средний, и еще ниже. Понимаете, человек, он гуляет сам по себе. В общем-то, ну нет такого, что вот точка невозврата, и все. Вы можете гулять в любые параллельные миры, также переходите еще выше, не на 1 к 4, а 1 к 8, на 1 к 16, ну и так далее, и тому подобное. И жить тысячи лет, и миллионы даже лет, и миллиарды, нет проблем, нет ограничений. Даже если вам удастся прожить на 5, 10, 15 лет больше, чем положено, я думаю, каждый из вас будет только доволен. Но это... конечно, не тот результат, который предлагается, и я бы хотел, чтобы вы все перешли в новый параллельный мир. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, становитесь активными подписчиками и телезрителями этого канала, а также подписывайтесь на мой блог, на моем сайте расположенный. И я приглашаю вас тоже снимать ваши вопросы, видеовопросы, можно на какую-то заданную тему, можно просто какой-то вопрос присылать, и я буду компоновать из множества ваших вопросов телезрителей какую-то передачу под общим названием. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, и мы будем тоже с вами работать. Ждем ваших писем, видеописем. Мира и добра вам. До следующей передачи. Пока.